Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изображению. Трего. А мне семечек. А мне. Давай, давай, машина сзади. Там всякие полотенца, целый пакет полотенец. У ребятки полотенца. Вот это нам надо. Всем здравствуйте, с вами расхититель помоечки. Мы подъехали расхищать помоечку. Сразу нашел полотенце. Ребятушечки, прожимайте лайки за этот топовый контент, который вы заслужили. Кстати, как вам транспорт? Сделали крышу, поставили двигатель на 80 кубов и поставили огромный багажник. Правда, все едет с двумя водителями. Здесь должен сидеть оператор двигателя, а здесь тот, кто будет рулить. То есть мы с Димой едем вдвоем. Два водилы. Ой-ой-ой, вот это опасно. Ребят, вот это транспорт топовый. Сказка, Димон, давай с дороги чуть это. Где мой крючок? Опа, ребятки. Ого, что за коробки? Я в говно влез, вот кусочки. Да что за напасть-то такая? Это как помойка постоянно в говне. Вот эту жижу вывалили с котяхами, вот она. Ребят, смотрите, все в воде, это просто с колеса все летит. Это крыло надо перенести вот туда, чуть дальше. Или такие резинки, короче, добавить. Вот сюда крыло вот прицепить. Но она едет. Оно едет, но жестко брызжет водой. Меня всего заляпало, я вон уже в говне. Офигенно. О, какая-то зимняя куртка, первая находка сегодня. Женская куртка Бефри, размер S. На продажу пойдет, откладываю. Может, по-моему, ребят, кто-то из вас ее купит в интернете, не знаю. А вы и не узнаете. Знаете, что оно с помоечки. О, еще куртка, охренеть. Дима, тут джекпот, еще одна куртка. Миолетер, бренд XL, 48 размер. Во, еще, Дим, какой-то плащ Зара. Нифига себе, такой элитненький. Берем. Вот тут что-то тяжелое в этой коробке. Ой-ой-ой-ой-ой. У ребятки Пьер Кардин, обалдеть. Пьер Кардин ботинки, 43 размер. Вообще целые. Целые, ребятки. Димон, бери на продажу. Такие можно за 1000 рублей продать. О, перчаточки, вот топчик. Перчаточки, комплект женские, на продажу, на. Как вам, ребят, мои ботиночки? Обалденные, очень удобные. Все, поехали дальше. Вот, находочки собираются, уже целый мешок. Давай. О! Опа! И поехали на следующую кормилицу. Ребят, как обалденно ехать в такой штуке, потому что... Для нее права не нужны, и мы чувствуем себя свободными. На абордаж! Оба! На абордаж я взял эту кормилицу. Я чувствую себя пиратом, расхитителем. А мы не находки, а мы... О, бургер! Хлопну бургер за здоровье. Ребят, он засохший, к сожалению. Он засохший и старый. Обалденно, ребят. Если вам нравится этот транспорт, то ставьте лайк. Мы реально старались. Шикарно. Куртка, смотри, зимняя. Не, порванная, чувак. Все, не берем тогда. Порванную не продадим мы. Все, едем дальше. Да что за фигня? Давай, заводись, падла. Ой, бля. О! Что там, Димон, с иголкой поиграться? Ну ты играйся, а я пойду кормилицу разорву. Вот такой транспорт ломучий. Ну ничего, зато очень вместительный. И права не надо. Опа, ребятки. Вот это вот классный свитерок. Беру на продажу. Дождь пошел, блин. Это плохо. У нас крыша еще не доделана. Клеенку надо постелить на крышу. Чтоб дождь не заливал. Как все люди внимание обращают на наш транспорт. О-о-о! Как круто, ребят. Это так классно. Обалдеть. На абордаж помойку. На абордаж. Сюда, кормилица. Сюда. Ой, там клавиатуры от ноутбуков. Наверное, выкинули их, потому что тут поломаны они. По-любому, нафиг. Тут еще одна. Так, рюкзачок какой-то. А, вот драный. На продажу не пойдет. Опа, это от монитора подставка. Ботинок.
весь зарыганный. Второй еще такой же. Щетка для уборной туалета. Классная штука, это можно все пакеты брать. Поддевать. Пригодится вот так пакеты, ребят, брать и доставать. Ауф, ребятушечки, ауф. О. Едем. О, кормилица. Сюда. Сюда. О, надо запрыгивать. Опа! Алло! Ах ты его! А мини? За это, да, дрались мы опять за шляпу одну. Нет. Наушнички берем, джинсы берем, сумку бери. Армани? Арик? Ребят, армяне. Амблин джинс. Это шляпа с рынка. На продажу пойдет. Вот еще, Дим, какая-то толстовка. Понюхай ее, может она обоссана, Дим. Если не обоссана, берем, вроде она влажная. Чайничек. Ой, от него крышечка. И носик от чайника. Это надо приварить. Дим, ну приварим, продадим, забираем. Так стоп, это какой-то элитный чайник был, кстати. Элитный. Только приварить надо носик. Наверное, это элитных кровей чайник. Да. Приварить надо, припаять как-то холодной сваркой носик. Песня, песня, песня. Ауф, ребятки, ауф. О, нихера себе. Обалдеть. Это как раз для лайбодрона нашего. 24-я. А тут жопа спицам, Дим. Здесь целые спицы. 24-я? О, да ладно. Обалдеть. Охренеть, вот тут еще запчастей. Покрышки всякие. Охренеть, сколько камер. Ребят, я в шоке. Это нам надо. Мы будем их клеить, если даже они пробиты. Запасные камеры. Охренеть. Вот это обалденная находка, реально. Не, ну этой шваброй неудобно нифига, блин, пакеты доставать. Это что такое? Яблоки зеленые с плесенью. Дим, смотри, какая вкусняшка. Жмых от браги, ребят, обалдеть. Это топовая находка для бомжей-алкашей. Лапти какие-то, стертые подошвы. Ой, Дима придумал на дорогу выезжать на этой шляпе. Ой, ребят, это жесть, реально. Дима, уезжай с дороги. Капец, мы летим, быстро едем. Капец, доехали и даже не разбились. Офигенно. Знаете, что вижу? Лосось. А не, это семга. Для тех, кто любит рыбу. Годно до 5-11. Просрочена рыбка. Обидно. Тут еще йоргуты есть. Фрутоняня. Тоже просрочена. Ребят, что это за рыганина? Это какая-то блювотина. Ай-я! 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 Опа! Стой, отойди. А мне! Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ребят, это вынос холодильника. О-о-о! Вот за это стоило бы бодраться. Ля, какие кроссовки. Обалденные, вот фила. Ну это, наверное, не оригинал. Хотя хрен его знает, 40-й размер. Берем, ребят. Офигеть, они вот так связаны комплектом. Не, вот эти порваны, все, им жопа. По-любому с рынка вот эти вот. Шляпа одна. О, термокружечка. Целая, ребят. Обалденная. Термокружка, термос. Беру. Дима, аккуратно. Опа, куртка. USB кабель Type-C, ребятки. Mojito Collection. Продастся, берем. Type-C кабель тоже пригодится. Шляпа одна. Опа! Опа!
Это вейп. Да, это пот. А у тебя айкос. А, о, с этой штукой. Нифига да, себе. Это кто-то курить бросил и то выкинул. Офигеть, Type-C. Вот откуда был вот этот кабель, ребят. Это, наверное, или школьника запалили и выкинули. Охренеть, он там ржавое все внутри, грязное такое. Чистить это надо? Да. Ребят, короче, кто шарит за этот пот? Smoach. Battle Star Baby. А, бэйби для детей, что ли? Это Battle Star Watch. Вот, и айкос, нормально. Забираем, держи. Наконец-то, блин, хоть что-то нормальное нашли. А то что-то вообще голяк. А наш конь педальный нас ждет. Лутоход, или как его прозвать? Но это топ-транспорт. Если хотите увидеть на него обзор и тест-драйв, ставьте лайк это и пишите комментарии об этом. Думаю, эту пушечку охота протестить и показать вам все детально. Оп. Оп. О, клеенка. Ребят, клеенка. Обалдеть, это нам на крышу. О, а это что, вода? Питьевая вода. Обалдеть, бутылку воды нашел. Просто песня. И клеенку на крышу нашли, офигенно. Теперь вот эту тряпку, по-моему, снимем или просто поверх нее клеенку нацепим. Клеенку надо нам резинкой. Сейчас у меня есть резинки. Ребят, я запасливый, вот с собой что ношу. Вот тут как раз есть вот такие вот колечки. Как будто идеальное для резинки сделано. Во. Обалденно. Ребят, стою и чувствую, что у меня ноги мокрые. Конечно, мои ботинки уже кушать просят, ребятки. Надо будет менять. И с этой стороны капец. Проголодались они по-любому. Ребятушечки, сейчас мы разорвем эту кормилицу с Димой. Я Димона утеплил, дал ему топовую куртку с помоечки, супер теплую. А это ж для этих, для зубных щеток и пасты зубной. Прикольная штучка, там водичка плавает, но она очень грязная. О, это зубная щетка. А ну дай-ка, для слона. Так, а с тетей-тюнясь. О, тут что-то должно быть. О, помоечка обувает. Кроссовки Демикс. Женские по-любому. А что, относительно целые. 40-й размер. На продажу забираем. Я вижу здесь USB кабель. Вот таким кабелем, зарядкой, заряжают, как объяснить-то вам, писюны эти резиновые. О, подорожник. Это карта метрополитена питерского. На нем могут быть деньги, ребятки. На, ты ездишь на метро, бери. А вот здесь что? Так я, ребят, вам говорил, вот эта хрень. Вот она, а, была здесь. Но это вот для женщин вставляется это в задний проход. Духи, походу. Ноты, кофе, цитрусы. Дим, дай-ка тебе обшикну, будешь цитрусом пахнуть. Писюна не было обнаружено, ребятушечки, в этом пакете. О, зарядочка для ноутбука это? 15 вольт, 4 ампера. Не, это не для ноутбука, это для какой-то лампы. О, печенье? Или говно? У нее печенье овсяное, ребятушечки. Ля. Дим, хочешь овсяного? Свежее, с орешками. Я вот не голодный, но это не значит, что я потом не проголодаюсь. Съем попозже. О, розочка, как приятно. Помойка меня пытается ублажать всегда. Находок нет, так бамми не цветок. Главное, чтоб я не расстраивался. Горошек кто-то ел большими порциями. Ой, я представляю, как человек после этого гороха пердел. А, он поел гороха, а потом запил молоком. Пиццы. Кто-то... Хотел сказать, кто-то ел пиццу. Кто-то ее реально ел и оставил меня чуть-чуть на покушаться. Слушайте, она вроде нормальная. А, блин, волосина какая-то слабка женская. Сдуть ее бы и все, и можно хавать. Возьму. И вот еще пицца. Смотрите, какая вкуснятина. Да я в шоке, блин. Как от такой пиццы-то можно было отказаться, я не понимаю. В гараже разогрею, похаваю. Стрела офигенная. Был бы лук, я пострелял. Ты мне постреляешь между нами. Пальба, так попадаешь не в ЦСС. Ты чё, Дим, этого не заметил? Гуашь. А, использованная? Блин. Столько коробок, и все уже израсовали. Кормилица говняная. Она всегда в говне. Тут тоже в говнах. Видите, вот пакетик туалетной бумаги с говном. Тут как будто каждый день чистят канализацию и говны сюда спускают. Все стенки заляпаны. Как мне рыться в этой кормилице? Как?
Вон они, говна, видите, вот где чайник, вот это вот все туалетная бумага с говнами. И несет жесть, как будто все, всем домом срать ходят. Ребята, представляете, вот этот чайник, по-моему, кто-то в интернете будет продавать. Конкурент его найдет, отмоет и будет продавать под видом нового. Представляете, какой масштаб трагедии? Очень велик. Чайник-то с подсветкой неплохой, я бы его тоже отмыл бы и продал. Ну, не был бы он в говне. Ну, а вдруг кто-то не побрезгует говнами? Пошли отсюда, во. Я расстроенный. О, смотри, кто-то написал: «Штребух, помоечка кормит». Это кормилица. Дима, сам сковородка. С учетом того, что мы нихера найти не можем, сковородка тоже неплохая находка. Вот она. Ай-яй! О, ля, алюминий. Бомжевидная куртка. Карманы проверим. Грязная на вид, а вдруг там бабки кто-то забыл. Кормилица в нашем распоряжении, ребятки. Что вот в этих черных пакетах? Это самокат, тухлятину выкинули. Тут это штаб-квартира самокат вот этой фирмы. Они еду постоянно выкидывают. Они ее, падлы, видите, специально вскрывают, чтобы это все высыпалось. То есть типа ни себе, ни людям. Каждый пакет самоката. И оно все было запечатано, но они взяли, повскрывали и вот так вот кучу высыпали. А мне? Мне это не дали. Не дали мне. О, это ж этот, ребят, вот как выглядит, кто не знал, это хлопок. Это вот этим хлопком набивают подушки, одежду из него делают. Вот такой вот он. Так что не смейте говорить, что мой контент деградирующий. Он развивающийся. Ведь я вам объясняю, как устроен мир. Чего? Чайничек? Запечатанный? Новый? Да ладно. А где подставка? Подставки-то нету, а чайничек? Вообще, ну не, ну да, кстати, ну он как новый, но ему пару раз попользовались. Ищи подставку. Такой чайник за 100 рублей продать можно. А мы не. Опа, чувак, это ж пояс для держания осанки. Такой за 1000 рублей в интернете продать можно. Пояс для держания осанки, охренеть. Берем. Пакет с колготочками новыми. О, это я нос вытру, а то у меня сопли. Где-то вот как похолодало, сразу и сопли полезли. Они еще мне на камеру капают. О, нихера себе, шапка топовая, ребят. Женская, да. Что тут еще? Еще одна шапка. Шапки на продажу берем вот так прям в пакете. Сейчас сезон, шапки купят. Охренеть, а что это, пледик? У ребятки пледик. Какой синенький классный. Это я себе на диван повешу, то есть положу. Потому что мне пледик как раз надо. О, подушечка. Это мне тоже под жопу домой. Это надо мне. Будет мягко мне сидеть. Главное, чтобы клопов здесь не было и белевых вшей. Азбука любви для молодой женщины. Но я не молодая женщина. А что тут написано? Ой-ой-ой. Ну вы поняли, ребят, что это означает. Как это делается? Хочешь, потренируйся на банане? Не, спасибо. Я знаю, как это делать. Это я и без азбуки вот этой обойдусь тогда. Мне не надо. Есть чем поживиться? Да, есть. Опа! О, нифига себе! Дай посмотрю. Труссарди. Ребят, бренд Труссарди. Да это с рынка шляпа, а не Труссарди. Но они так-то целые. Да ну нахер! Кинь сюда! Кинь! Дим, срочно кинь! Охренеть! Ребят, коробка от видеокарты MSI GeForce GTX 1070. Кстати, коробку от видюхи тоже продать можно. Внутри посмотрим, что находится. Вдруг там кто-то забыл какие-то кабеля. Целая вообще. Что здесь в конверте? В конверте что-то есть. Может, наклейки? Дим, там могут быть наклейки. Нет, тут инструкция, а здесь заглушки всякие. Наклейки где? Шляпки. Шлепки, то есть шляпки. АК-47. Это бренд топовый. Это наравне с Луи Виттоном, Гуччи, Прада, Луи. Нам не только Фенди Худи. Говорят, что любит. Колготочки еще за 20-ку отлетят. Даже, может, с выделениями были бы, да и стоили бы дороже. Дима, колготочки. Без выделений. Оу май, амбеливабл. Барселона, манго, фирма манго. О, что-то есть здесь. А, это картридж от принтера, блин. Шляпа конская, никто это не купит. А мы не. Опа, нифига. Классный такой на вид, ребят. Чемодан чисто путешественника. Кто-то был в Гудаури. Еще это досмотрено это. Горы кто-то любил ездить. Но он свое отжил. Вон, колесо отлетело у него. О, вот эти кожаные ботиночки вообще пойдут. Бренд, правда, непонятно какой, но размер 38, и они целые. Вот это самое главное. Еще я тут заметил вот такой вот пластишка. Топовый горшок детский. Тоже можно взять на продажу. Рублей за 50.
50 его купят. Он целый, не треснуто дно у него. Топовые находки. Ну вот, что есть, то и берем как бы. Горшок, конечно, это круто, но... Опа, Томас Мунс, нифига дорогой бренд. Не сезон, правда, вот не купят их. Дима, это на тебя. А что тебе это под штаны ковбойские? Купят? Возьмем тогда. О, Дим, баклажка для мочи топовая. О май гад, как Темис? Это что? А, это ночник, но поломанный. Заберу на медяшку. Орешки с васаби. Ребятки, я их обожаю. Ребят, зацените, что Димон нашел, пока я тут аккумулятор в камере менял. Пиротехнический фонтан арбузный. Фитиль поджигается, оно взрывается. А это что? А это уже сигнал. Сигнальный этот факел. Желтого огня. Сигнальная ракета. Сигнальный факел, ребят, жесть. То есть дергаешь, и он будет вот так гореть. А орешечки с васаби я сейчас буду дегустировать. Солички они. А как хрустят, ребятки. Острые жесть. Ребят, они высшего качества. Вот именно свежие. Я такие в магазине покупаю, тут бесплатно. Орешечки с васаби бомба. Помойка знает, что я хочу, ребят. И дарит мне это. Понимаете? Кормит меня она, кормит. Первая моя фаворитная кормилица уже на моей ладошке. Вот она. Ой, сразу меня встречает вот этот ботинок, который уже изрядно проголодался. Меня интересует электроника, правильно? Да, всем привет моим подписчикам. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вы заслужили этот контент. Дя. Давай драть. Смотри. Нифига, неплохие, да? Это утепленные как бы шляпа-ботинки. Берем. А у тютю-тютю ребятки, у тютю-то будет, мне кажется. О, нифига себе, водочка. Ребят, я в шоке, пол бутылки водки. Мороша водка на минеральной воде. Я не думал, что в этих серых пакетах что-то ценное будет. Но водочка очень крутая тема. Ее можно обменять на работу. То есть у нас в гаражах есть там рабочая сила, которая работает чисто за алкоголь. Там где-то что-то приварить нам вдруг понадобится. Пол бутылки водки и все, и будет все сделано. По высшему разряду. О, веничек в баньку, помоечки, попариться. Бань, парилка, ёбрик, горилка. О, охренеть, нихера себе, толстенный кабель, медный. И вот эта тема тоже пригодится, что-то крепить. Ребята, вот это медь, толстый медный кабель. Ай! Дима! А тут бутылки, блин. Ушечки, квасик. Квасик? Может тогда нассали? Мне квасом пахнет. Ну попробуй-то, если хочешь. Съешь. То, ребят, Дима нашел багажник для лайбодрона. Это топ-багажник. Это для лунохода можно прицепить на тележку вот сюда. Дополнительный багажник. Возьмем, пригодится. Ля, это что такое тут? Юбочка? Кожаная, типа, прикольная. Юбка вот эта, мне не надо она. Пельмени. Ребят, целая пачка пельменей Цезарь премиум. Из свежего мяса 600 грамм. А их выкинули, потому что они, видимо, растаяли и слиплись. Вот в комок такой, в единую субстанцию. Были бы они замороженные, я бы взял. Вот тут еще одна пачка. Еще третья. Капец, они же такие дорогие, ребят. Три пачки пельменей выкинули, потому что растаяли. Жаль пельмени. Знаю, может, кому надо, заберут их. Где беби? О, каток. И кормилица. Сюда. Ёппа. О, полотенце. А это что такое? Пригоревшее что-то. Полотенце для гаража, как на тряпки пойдут. Что за сумка? Ух ты, кожаная походу. Ребят, надеюсь, что-то тут в карманах найду. Ничего, вообще пустая. А, кстати, реально кожаная. Вот почему ее выкинули. Тут порвались вот эти крепления, спинные крепления. И вот здесь эти штучки отломанные, оно не застегивается. Вискарик? Ух, ебдяй. Артурс, блейдед скотч. Скотч виски, ребят, тут грамм 100. А может это моча? Понюхай, чем пахнет. Коньяком или чем? Ну да, не мочой. Берем. О, конкуренты, здрасте. Давайте вот. Что-нибудь. Такой из техники. А, из техники? Нифига себе. А мне? Я просто приехал. Мне тоже надо. Да, если бы мы тут что-то нашли. Ой-ой-ой, шприцы, вообще опасно. Пирожок. Беляш. Это я
я нашел. А, ну ладно. Ты так... хоть ешь? Не, я не голодный. О, нифига себе, это же эти, для вентиляции трубы. Нифига там обувь. Это ж, Дим, на тебя, походу. Подошва только треснутая. О, это ботинки неплохие. На продажу взять можно, а второй есть? О, второй есть. Вроде, а, они вот сбоку треснутые. Не, их не купят из-за этого, я думаю. А вот это, ребят, трубы для вентиляции. Смотрите, тупо новые. А это вроде сайдинг или как-то так называется. Трубы вообще целые, новые, вот в пленочке. У кого-то лишние остались, выкинули. О, утюг, сказка. Топовая находка, Димон. Это пытать кого-то им. Я зарежу нахуй! Там вода даже есть внутри. О, пирожочки. Пирожочки с печи. Даже, походу, свежие, мягенькие. Охренеть. Это я сейчас буду есть. Есть пирожки прямо из печи. А эти пирожки прямо с помоечки. Ой, нягицы. Обалдеть, их жарить только надо. Будешь пирожочек вот этот? Как? Вкусно? Реально? А мне? Да. Творога здесь в достатке. Камерица кормит, ребятки. Во. Пирожочками с творогом. Опа. О, нифига себе. Вот это неожиданно и приятно. Охренеть, ребят. Глошечка. Тесно рабочий, нет? С целой пачкой стиков. Вот это топ-находка. Ну, как бы это курение опасно для здоровья, ребят. Но мне это пригодится. На тайпсишке глошка. Для тоненьких стиков, ребятки. Беру. Ну, пицца. Ну, вот так валяется. Ее есть опасно. Можно селитеров подцепить. Хотя я, походу, уже подцепил. Жопа чешется. Да, будет в больницу сходить провериться. Конкуренты по бокам, а я по центру. Ботиночки, вот. Второй. Тоже целый, теплый. Молнии работают. Дим, целые на продажу. Рублей за 200, может, купят за 100. Не, ребят, мы, короче, в шоке. Тут, типа, находок нет. Вообще капец. Голяк полный. Уже лутаемся часа 3, нихера найти не можем. Такое тоже часто бывает. Но я же это не вставляю в видео, ребят. Я вставляю... Вот, если что-то нахожу, к примеру, вот такие южные сладости премиум-класса. О-ля, рахаты лукумы, ребятки, с помоечки, ля. Вроде и червей нету. Хорошо, берем, это я к чаю поем. Не, ну вот этот джекпот реально. Вон, набрали одной фигни, ребят, в сумках полотенце и всякий шлак. Ничего классного сегодня не нашли. Надеюсь, вот эта кормилица порадует. Что ты делаешь? Дима придумал новый способ, как разбить телевизор. Молодец, Димон. Красава. Победитель. Ребятки. Источник меди. О, ля, сколько меди. Ремень? Гуччи? Это ж реально Гуччи, ребят. Но это паленый ремень, но он как новый. Неплохо, неплохо. Будешь носить, на. О, умывальник. Нифига себе, с латуневым краном. Он треснутый, кстати. Вот тут эти болты раскручиваются, и смеситель достается. Сейчас я их раскручу. Так, проверим, латунь, не латунь. Латунь, чистокровная вроде. Латунечка. Топ находки, да? Видим кормилицу. Дима, а мне? Я еще проверю. О, рыбаки. Ребёки. Ребятки. Рыбики. Арик. 44,5. Мой размер. Ой, тут сеточка. Они вообще летние. Тут еще асиксы. Подушатанные, но тоже носить летом можно будет. Целые. 45 размер. Ну, они, конечно, подушатанные, но еще живые. Побегают. Возьму, что буду обуваться. Побойка обувает же. Будет в чем прыгать по бакам. Опа. Анальные шарики. Ангел З. Что это? Это вот бабушки лечатся, наверное, таким. Ангел З. Что это? Для лечения чего-то. Да шляпа какая-то. Это вот в Лео Максе это продают. О, да, такую, да, шнягу, да. Шляпу. Ребят, шикарный день. В помойке находок нихера нет. А у меня села камера, и пока я менял аккумы, она упала вот так вот, короче, на асфальт. И разбился экран. Просто капец. Минус камера. Придется новую покупать. Ну, как бы экран вроде целый. Даже вот сенсор работает. Но уже все,
Влагозащита потеряна. Бать, обидно. Никогда я не разбивал еще камеру. Не знаю, может получится ее и починить даже. Хрен его знает. Обидно, конечно. С учетом того, что камера разбилась, приходится снимать на телефон. Надеюсь, качество особо не ухудшится. Но мне снимать не особо так-то и удобно. И одной рукой рыться в помойке, ребятки, тоже неудобно. О, кожаные какие-то подушки, вот. Надеюсь, в них нет тараканов, клопов в этих подушках. Они тяжелые. Чтоб мягко было? Да. Фу, ну они такие, блин, неприятные, ребят. Засаленные какие-то. Вот соли выделяются, белые выделения. Их, наверное, пропердели всей семьей, по-моему, выкинули. Не, куда мне это? Не надо мне это. О, аскорбиновая кислота в ампулах, охренеть. Лё, ребят, с праздником вас, с днем моего пердежа. Ох, хорошо. Закрытый двор, закрытые кормилицы. А это значит, что надо их сочно вздоить и забрать свое, ребятки. Еда! Иди сюда! Еда! Пакет с едой, ребят! Охренеть! Еда! Целый батон, вот, запечатанный. Крыльца! Ребятки, крыльца! А это чего такое? Смузи, манго, фруктовый микс. Сюда. Есть еще? Это булочка для гамбургера, ребятки. Обалдеть! Живем! А здесь вот это что такое? Арахисовая паста. Это будет вкусно. Ребят, сухари панировочные. Европек шпек. Не, европек шпек мне не надо. А вот рис пропаленный мне надо экстра. Почти целая пачка. Вроде даже червяков нету. Беру, ребят, по-любому, однозначно беру. Рис это вообще дорогая тема. Пачка такого риса в магазине стоит 80 рублей. Приправы для бургера, вот приправа. Гречка! Гречневая крупа у ребятки. Бакхантен. Букхуэкт. 900 грамм. Беру. Тоже вроде червей нет, обалдеть. Чупа-чупсы? Охренеть, ребят, чупики. Да иди ты сюда, падла ты. Три чупа-чупса, ребят. Это мне в карман. Вот сюда. Это сахар, ребят, настоящий. В кусках вот этот сахар. Вот так выглядит сахар, который вот. Не помелили сахар вот этот. Ну, не дребленый он. Ты где это взял? Где ты взял? Оно все... Ребят, вон они, черви. Вон черви, видите, ребят? Вот они. Червиные трупы здесь содержатся. В общем, ребят, эти орешки очень полезные для стояка, но, к сожалению, здесь все поедено червями. Еще чупа-чупсы! Охренеть, ребят, сколько тут сосать можно. Обсосать, не обсосаться. Ты тоже в карман мне? Вот это кармановый чупа-чупс у меня. А это конфеты какие-то японские. Наверное, какие-то остренькие или кисленькие. Тоже в карман. Вот они, но мне острое нельзя. Противопоказано мне сейчас острое есть. А то я педали откину, поэтому это оставлю бомжам-конкурентам. Очень-очень обидно, конечно, это оставлять, но придется.